И в продолжение темы. Ремонтные работы начались и на территории Центральной районной больницы. Благодаря вниманию и поддержке главы района Романа Синеговского, комфортные условия создаются не только внутри медицинских учреждений, но и на прилегающей территории. Так, во дворе ЦРБ начаты работы по асфальтовому покрытию и ямочному ремонту. Планируется выполнить объем работ на площади свыше 800 квадратных метров. Ранее, по поручению главы района, на территории больницы была построена реабилитационная площадка для пациентов неврологического отделения.